Сьогодні у Гомелі подвели выники 13-го областного конкурса читальников «Захаваем свет разом». Его проводит областное отделение Союза письменников Беларуси. 4 туры споборництва вызначили лепших читальников с большей как 1500 удельников. У финал трапили 23 навученцы школ, гимназий и колледжов во возрасте от 11 до 17 годов. Яны отримали дипломы областного отделения Союза письменников и поспрачались за звание лауреатов конкурсу. Только несколько из них в осень 2019 года примуть активный удел у 4-м международном фестивале святе «Славянские литературные дожинки 2019» и форуме молодых литераторов и аматоров мастацкой творчести слова. Читача, любого читача, у тем лику и юного читача, цікавить книга займальная и цікавая. Коли она не будет отповедать этим якостям, то и открыть первую сторонку, и закрыть. Саму каждый учень выбирал по душе. Хто што знаходзіў у альманахах, у зборніках, у аўтарскіх нейкіх кнігах канкрэтнага аўтара. Выбіралі з класікаў, выбіралі праз інтэрнэт, праз бібліятэкі, праз сродкі масы інфармацыі, нават у гомельскай праўдзе, калі там было надрыкавана нейкі кавалачак, то цапляліся і чыталі твор.